Итак, друзья, начинаем наш краткий тест-драйв автомобиля Jetour T2. Снаружи мы видим автомобиль максимально брутален. Есть в нем элементы всех возможных внедорожников. Но, конечно, как вы уже, наверное, видели в моих шортсах, большинство этих элементов сугубо декоративные. Например, если мы сзади посмотрим, конечно, он вообще напоминает нам небезызвестного британца. И, собственно, вот на подобных историях, в общем-то, все ролики построены. Но можно посмотреть, что и на 4-й Паджерик он тоже как-то похож. Но задняя часть, безусловно, нам что-то говорит о ландроверах. Но обратите внимание, что очень много здесь вот такой технической бутафории, именно дизайнерской прежде всего, да, то есть имитация петель вот такая в пластмасске. Огромнейшие фонари, просто огромнейшие. Представляете, камень в него попадет, и вот эту всю штуку надо будет менять. Что там я еще не заглядывал, но очевидно, что вот такое большое колесо там, наверное, не поместится. Теперь с кнопочкой приоткрывается вот так вот, открывая нам багажный отсек. В общем-то, не очень большого размера, но он квадратный, им вполне можно пользоваться. Есть вот такие чудесные подстаканнички, целых два. Так что скучать не придется, когда на природу вы приедете. Открыли дверь, это хорошо. Здесь у нас не крашеный пластик везде, это тоже неплохо. Есть такелажные петли сверху и снизу. На бездорожье лучше бы, чтобы здесь ничего не было такого. Но опять же, будет ли на этой машине ездить по бездорожью? Шина 255/50R20, дисковые тормоза в круг. Ну и достаточно высокий клиренс под вот такими чудесными порогами, которые скорее являются джиперским визуальным атрибутом, нежели реально необходимой вещью. Колесные диски красивенькие, с вот такими зелеными вставками. Ну, это похоже на красоту, которая может быстро исчезнуть после того, как вы непосредственно уже автомобиль будете эксплуатировать, не дай бог, на бездорожье. Передний бампер классный, много пластмассы, но, естественно, мы видим, что в уязвимых местах у него стоят парктроники, фонарики, а вот эти вот имитации буксирных проушин, действительно имитация, то есть пластмассовые кусочки, потому что здесь есть заглушка и под ней обычные вкручивающиеся проушины. Ну, в общем-то, также сделаны с другой стороны, тоже есть датчики, радар, то есть есть электронные разные ассистенты у нас, ну и, конечно, вот эти чудесные светящиеся буквы. Также есть вот такой замечательный элемент, дизайнерский абсолютно, это накладная ручка сверху. Вы понимаете, да, такие ручки были на внедорожниках, чтобы вот так капот открывать в ту сторону. А здесь, конечно, он в ту сторону не откроется. Сейчас мы пройдем в салон. Сначала я проеду пассажиром вместе с уважаемым Романом Щукиным. Привет, все! Ох, сейчас зажжем мы этот автомобиль. Да, будем зажигать в атмосфере бежево-пластикового уюта. Выглядит действительно достаточно симпатично все, но уже мы видели на автомобилях Cherry красивые салоны, а Jetour, как мы знаем, тоже входит в зонтик, скажем так, марки Cherry. Достаточно симпатичные дверные ручки, такие сложной формы, динамики Sony, карманы в дверях могли бы быть и побольше, между прочим, для внедорожника. Но зато много-много пластика, который можно будет помыть, такой он царапоустойчивый. А здесь, смотрите, какая прикольная фишка, на магнитике веревочка. Кто знает, зачем это, напишите в комментариях. Лично я пока не понял. В общем, фурнитура здесь приятная, как и на JQ J7 вертикальные вот такие прорези. Ну и на других китайских автомобилях мы, в принципе, подобное видели. Вообще, салон выглядит добротно. Приборная панель тоже навевает у меня какие-то мысли о Land Rover, но об этом мы спросим Романа, потому что он на Land Rover поездил побольше моего. Ну, вообще, салон вот производит такое приятное впечатление. Есть у нас электроприводы, ну и было бы удивительно, если бы их не было. А вот регулировки поясничного подпора, интересно, есть ли она у водителя, узнаем чуть позже. Здесь у нас тоже модные ручки. Вообще ручек в этом автомобиле достаточно. Мы видим, что они есть на всех стойках, и спереди, и сзади. Достаточно большие ухватистые ручки. А еще у нас есть панорамная крыша, друзья. Давайте ее приоткроем. Ну, наверное, для этого можно воспользоваться и голосовым ассистентом. Пороги уже упомянуты. В общем-то, они недостаточно далеко от машины стоят, в том плане, что удариться об них, наверное, можно научиться не ударяться, потому что они невыдвижные, но пачкаться об них зимой, наверное, вам все равно придется, потому что отличные полочки для намерзания всякого рода грязи и снега. Очень большой такой отсек для всякой фигни. Есть там
розеточка 12-вольтовая и разъемы USB различного рода. Но с точки зрения бардачков, здесь, в общем-то, все как обычно. Достаточно глубокий бокс посередине со вставками для чего-то. Open. Что здесь можно сделать open? Можно открыть доступ воздуха. И тем самым это будет такой холодильничек. Здесь у нас, смотрите, какая модная шайба. Давайте мы ее улучшим. Пленочку отдерем. Надеюсь, это не часть. Как красота, смотрите. Можно выбирать режимы вождения. Эко, камни. Всюду такая графика. Опять же, в стиле Land Rover. Здесь у нас повсеместная. Плавный набор скорости. Режим снег. Режим спорт. Нормальный. Но сейчас мы поедем в нормальном. Вообще всего есть 7 режимов. И главный из них это режим X, в которых можно будет попробовать все внедорожные фишки этого автомобиля. Режим нормальный или безбашенный для меня? Режим безбашенный? Ненормальный. Он что, нормальный? Нормальные люди не покупают такой автомобиль. Его покупают активные персонажи, которые вброд поедут тут же на лесоповал. Но это самое, несмотря на то, что автомобиль не рамный, нифига, несущий кузов, тем не менее, главный вопрос от людей, моих слушателей всех. Ну а можно на нем по бездорожью джезануть? До сих пор есть люди, которые считают, что кроссоверы, выглядящие брутально, это такие специальные автомобили, на которых нужно тут же отправиться в гримпинскую трясину. В гримпинскую? Вот есть там режим такой ненормальный, как раз для таких людей? А вот смотрите, версия с черным салоном. Ну, черный салон, наверное, выберут большинство покупателей, да. Фактура здесь чуть-чуть отличается. Менее бархатная, что ли. В остальном все то же самое, только черное на черном. И красные эти штучки на магнитиках, предназначение которых мы выяснить так и не сумели. Здесь у нас багажник, капот, то есть мы открываем также двойным нажатием. Давайте посмотрим, что под капотом. Упоры есть. Двухлитровый турбомотор, 245 сил, 375 ньютонов. Ну, хорошие, в общем-то, показатели. Стандартные все китайские двухлитровые двигатели. И отработанное решение по многим автомобилям концерна Cherry. А Cherry и G-Tour, как мы знаем, близнецы-братья. Ну, то есть G-Tour это один из брендов Cherry. Что здесь действительно важно по сравнению с другими моделями на этой же платформе, то, что в G-Tour говорят о том, что, во-первых, кузов усилен, здесь больше элементов жесткости. Ну, что, конечно, хорошо бы им, да, учитывая предназначение более внедорожное. Здесь дорожный просвет 22 сантиметра заявлен. Но трудно сразу так на глаза померить, но он приличный, он больше, чем, например, на Cherry Tiggo 8 Pro Max. Здесь, что касается трансмиссия. Здесь полный привод, ну, бывает и переднеприводная версия. Полный привод работает автоматически. Здесь есть муфта, да, имитирующая межколесный дифференциал. Это стандартная история для всех, в общем-то, кроссоверов такого класса. Муфта BorgWarner. И она дополнена задним дифференциалом с фрикционной муфтой, которая управляется электроникой, так называемый ELSD, то есть электрический дифференциал повышенного трения. То есть муфта по команде электроники может частично подблокироваться, да, создаться преднатяг между фрикционами, и будет имитация блокировки заднего межколесного дифференциала. Ну и, естественно, сама муфта, которая имитирует межосевой дифференциал, также может слегка подблокироваться. Что еще важно знать? Разгон до сотни нам обещают 8,7. Ну, по ощущениям, не знаю. На мой взгляд, чуть медленнее машина едет, но мы ехали втроем, не будем забывать. И по дорогам общего пользования, причем в крайне ограниченных условиях, то есть полноценный тест еще впереди. Что еще здесь можно добавить? В целом про... Кстати, смотрите, вот уплотнитель есть. Про G-Tour Tour 2, что у него небольшие свесы, передние и задние, ну, относительно небольшие. То есть вот такие вот спереди и сзади, что позволяет автомобилю иметь более-менее неплохую геометрическую проходимость.
Конечно, я уже говорил про вот эти задние фонари, которые вот таким большим куском идут, судя по всему, да. То есть, повредив такой фонарь, ну, я боюсь, что он стоит недешево. С другой стороны, а что сейчас стоит дешево? Цены на G-Tour T2 начинаются от 3,8 миллиона рублей. 4 миллиона стоит топовая версия, вот эта полноприводная на роботе, которая сейчас продается. Но при этом скоро также появится версия с автоматической трансмиссией, тем же двигателем, с 8-ступенчатым айсином. И я думаю, для большинства потребителей вот именно такая версия будет более предпочтительной. Проведем небольшой тест-драйв. Снимать меня будет Роман Щукин, тот самый. И снимать, и может быть даже хорошо. Комментарии, хорошо, да? Снимать, может быть, даже. Давай, ну настройки. Что, погнали. Значит, вопрос ты спрашивал про поясничную поддержку. Сразу видно, удобно. Здесь, что она есть. Слушай, удобно. Я вот их критиковал, а на самом деле прикольно так. Такой раз, такой, блин, не так. Вот так. Хоба. Вообще нормально. Так огонь, себя чувствуешь прям, огонь. Как на гелике. Так. Посадка получается достаточно высокая в автомобиле. Действительно такая, ну не совсем прям капитанская лендроверская, но близко к этому на самом деле. И когда вот в обычном кроссовере сидишь высоко, это вроде бы не прикольно, а здесь получается в самый раз, потому что ты видишь впереди длинный капот такой шикарный. И это, ну, придает, что ли, уверенности. Как бы то ни было, в общем, едем вперед на препятствие, имитирующее диагональное вывешивание, точнее, они его создают, и в этом нам поможет здесь вот такая замечательная камера. На ней есть режим прозрачного автомобиля, то есть камера запоминает картинку спереди и сзади, и мы благодаря этому можем двигаться очень уверенно. Давайте сейчас медленно проверим, как работает внедорожный алгоритм, потому что мы находимся в X-режиме, и здесь у нас должна быть имитация непосредственно межколесных блокировок, то есть при вывешенном колесе автомобиль должен ехать вперед, поэтому мы очень плавно попробуем этот момент достичь. Вот он наступает плавно. Ну, здесь очень маленькое вывешивание, конечно, но его очень легко автомобиль преодолевает. Здесь вот впереди теперь более интересное препятствие. Это боковой крен. Боковой крен 70%, то есть это где-то 35 градусов примерно. Из кабины выглядит достаточно страшновато. Вот, ну, представляете, да, то есть сейчас уклон будет такой нормальный. Страшненько, да, автомобиль как будто бы сейчас нахрен упадет. А он ушел инструктор. Слушай, одинаково страшно и из-за руля, и отсюда тоже. Отсюда страшнее, мне кажется. Вообще, смотри, асфальт. А прямо. Почему он ничего не показывал? То есть он поверил в меня просто. Ну, на самом деле, ничего страшного там нет, друзья. Все автомобили легковые, этот фокус проходит. Это такая, ну, фокус и есть фокус. Но впереди еще одна эффектная фишка, это качели. Качели нам позволяют оценить, как машина немножечко едет в гору. То есть она может в нее просто не заехать, особенно с роботизированной трансмиссией. С места не любят трансмиссии, мы сейчас именно это и попробуем сымитировать. Давайте попробуем. Плавно-плавно нажимаем на педаль газа. Неплохо дозирует акселератор, даже, мне кажется, чуть больше прибавляет. Ну вот мы плавно-плавно сейчас поедем. Нормально едет, не спотыкается робот. Вот сейчас самый такой момент для робота сложный. Все. Сдался. Да, высокая температура коробки переключения передач, будьте осторожны за рулем. Друзья, если дополнительное обдувное бездорожье включить, охлаждение? Может, оно он уже включен, то есть это вот как раз та самая фишка, если плавно заезжать в такой уклон, то робот может спасовать, и скорее всего сейчас повторится эта ситуация снова. Критикуешь, если... предлагай, значит надо рывками это делать. Нужно раз, больше чуть-чуть хода, да. Раз, и рвучий, нет. Вот так. Слишком крутой уклон. Функция обнаружения болотистой местности недоступна. То есть, друзья, нужно, да, чуть больше хода, потому что, да, если делать это очень плавно, машина скажет вам, что она этого делать не хочет. Как вы видели, это только что случилось. Ну, а так мы чуть-чуть делаем больше газа. То есть, это все-таки не замена классическому автомату. И сейчас будем падать вперед. Ну, я надеюсь, мы падать вперед мы не будем. Проходить колонну автомобилей. Здорово. Будем. Так, ну что ж,
Но можно, на самом деле, в этом упражнении найти баланс. Давайте теперь ролики посмотрим, что у нас происходит. Мы сначала должны заехать на первый ролик, тем самым у нас задняя ось подтолкнет. А потом один ролик, но он уже находится у нас за пределами колесной базы. То есть... Поэтому... Сейчас мы еще раз его заглючим, я думаю. Вот смотри, здесь ролики почти под колесами, почти доехали, если эта штука правильная. Вот они. Но он легко преодолевает дальше. Видишь, задняя сразу подтолкнула. Так. Проскочили. Вот сейчас смотри, вот они. Пятая машина уедет своим ходом. Я думаю, что... Нет, смотри, заехала. Вот ролик боксанул. Один, и сейчас будет еще один справа на переднем колесе тоже проехали. Вот. Ну, поскольку мы идем ходом, нас задняя ось здесь толкает, то есть верхние ролики она уже легко преодолевает. Вот. Так что как-то так. Ну, что здесь еще можно отметить? Неплохая геометрическая проходимость у автомобиля. То есть мы берем крутой спуск достаточно. Вот здесь достаточно крутой. И сравнительно небольшие свесы нам позволяют как-то ехать, да? Ну что ж, включаем теперь другой режим. Режим, предположим, камни. Или нормальный. Нет, даже, может быть. Нормальный. Мы же нормальные ребята. Нормальный режим. Здесь у нас дорога общего пользования, поэтому мы пока шалить не будем, но организаторы приготовили для нас специальную площадку, где можно оценить будет управляемость весьма и весьма с педалькой полу и с повернутым рулем. Мы к ней сейчас подъезжаем, но пока могу заметить, что шума двигателя навязчивого я не слышу, даже когда газ нажимаем, он довольно приятный. Ну, вообще в машине достаточно тихо и комфортно. То есть чувствуется, конечно, вот на мелких неровностях то, что у нас большие сравнительно низкопрофильные колеса, но в автомобиле упруго отрабатывает все возможные здесь неровности, так что в целом каких-то претензий у меня к нему нет. То есть вот ездить на нем, так сказать, степенно и не быстро вполне себе можно. Так, друзья, теперь мы немножечко прокатимся, попытаемся оценить управляемость автомобиля. Для этого мы включим режим какой-нибудь более к этому способствующий, а именно спортивный. Сейчас и поедем. Давайте оценим, во-первых, как быстро срабатывает. Если мы коробку передач, здесь же робот, да, мы включаем его рычажком. Драйв. Ну, все моментально происходит. Здесь у нас разгон, в конце коридор торможения. Дуга спокойно по дуге едет. Сейчас. И вот здесь у нас змеечка. Здесь дуга спокойно едет, не газуем. По дуге идет спокойно. Ага. Здесь переставка, разгон, торможение. Немножко раньше. А нормально, она, кстати, повернула. Слушай, я думал, она сейчас вынесет больше. Так, здесь она. Я понял, хорошо. Я разгон. Торможение плавненькое сделаем на этот раз. Попросим все. Проедем, как нас просят инструктора. Не будем сильно газовать. Не будем даже пускать ее здесь боком. Хорошо. Оп. Здесь у нас переставка. В прошлый раз мы ушли вовнутрь, но сейчас мы этого делать не будем. Я просто думал, что это совсем лосиный тест будет такой у нас. Но в целом, что могу сказать, крены есть. Автомобиль хорошо слушается руля, между прочим. То есть крен, да, но под сброс газа его вполне можно отправить так, как нужно, для того, чтобы он немножечко заскользил. Робот. Активная пробуксовка передних колес сначала, потом срабатывает непосредственно муфта, подключающая заднюю ось. Ну, в принципе, она должна срабатывать примитивно, но, наверное, сначала просто тяги такой нет. Недостаточная степень. Вот, кстати, чувствуется, как она сработала. Торможение. Будем делать все плавненько. Можно, да, под тягой разгружается у нас колесо здорово. Вот здесь можно было бы ее прям бачком пустить, но ESP точно не стоит при этом конфигурации отключать, потому что машина может при этом показывать. Ну, хотя вот, смотрите, она доворачивает вполне. Есть здесь имитация задней блокировки. Ну, как не имитация, стоит фрикционная муфта, и она замыкается электроникой. В принципе, это тоже в таких условиях может как-то помогать. То есть...
машина едет, она не пугает своими повадками, и это хорошо. Конечно, нужен более детальный тест, потому что понять, что будет, когда под капотом, под колесами неровности, не будет ли отправляться в скольжение задняя ось лишняя, да, скажем так. Но в целом, на мой взгляд, управляемость автомобиля вполне понятна. Мы видим, как лихо зажигает по площадке другой G-Tour T2. Ну, представьте, он так в городе дерзко едет. Ну, пацан вообще нормальный, да, получается? Хотя, конечно, предполагаю, что даже ну, с этими ходами подвески, которые здесь, возможно, чуть-чуть побольше, чем у обычной версии, тормоз. Ну, какой-то тормоз есть, конечно. Поменяться. Да. Желательно, конечно. Все-таки небольшое скольжение. Давайте еще разочек. Ну, нормально, нормально. Машина вполне понятно себя ведет. Можно заскользить ее, в принципе, вполне вот так. Вполне себе, ребята, можно ездить на этой машине. Вот, короткий был тест, но, тем не менее, машина не пугает, по крайней мере, на первый взгляд. Ну что ж, пришла пора смена водителя. Уступлю место за рулем Роману Щукину и посмотрим, как он будет считать конусы. Даже не так. И все-таки какой красавец, смотрите. Ну реально чистой воды Land Rover, только даже покруче. И все-таки я хочу знать, что в этом чехле. Роман, как ты думаешь, там докатка, наверное? Большое же колесо такое не влезет туда, квадратное. Мне кажется. О, смотри, как лихо. О, давай жечь резину. Мы, кстати, так не делали, между прочим. А смотри, как он поднимается вот так вот. О-о-о-о. Дерзко, дерзко идет. Машинка, слушай, ну хорошо смотрится со стороны. Это что же немаловажный фактор. Мне не очень нравится, мне нравится серый. А я думаю, что в основном их будут покупать черные. Я думаю, что черный цвет прям нормальный, подходит ему. Зато видно, что вот контраст черный к элементу. А давай серый посмотрим. А, серый покруче, да. Слушай, Роман, ну это как у Land Rover, да, дизайн практически, вот у этого конкретно получается, то есть... Ты задал, конечно, мне вопрос, что в этом... То есть это Land Rover нормального человека, а вот это Land Rover Джеймса Бонда. А как открывается чехол, знаете это? Нет, если честно. Нет? Сейчас. Квадратное колесо, это первый в мире автомобиль, у которого квадратная докатка. Я думаю, что здесь надо подковырнуть, короче, есть чем ковырнуть? Нет. Не-не, скорее всего, вот здесь есть следы от ковыряния. Это было бы неудобно, если приходилось бы ковырять все время. Что там, да? Какой секрет? Это знак аварийной остановки. Не-не, да, все правильно. Это не то тоже. Это аварийное чтобы открывание. Не, нужно если просто тебя... чем-то ковырнуть, типа ключика. Вот здесь тоже. А, вот оно, вот оно. Погоди. Вот тут надо тянуть. Думаешь? Да, ну, там же да, прям да, стрелка. Стрелка есть. Чётенько. Не, ну, может, вы сломаете, а не я. Здесь тоже стрелка, понимаешь? С двух сторон, ты думаешь, одновременно? Подожди, а давай. Сломаем давай ее. Сейчас она отвалится, упадет. А мы разобьем, потеряем и руки порежем. Я думаю, через мультимедийку открывается. Наверняка. Друзья, кто знает, что там в коробке, напишите нам. Варианты, варианты. Что может быть квадратная машина? Динамический чай. Ой, блин. А, я придвинулся вперед. А еще, друзья, обратите внимание, помимо этого гигантского дисплея 15.6 с управлением там мощным процессором Snapdragon 8155, что бы это ни означало, здесь вот такая графика в виде какого-то крутого маршрута с точками, да, такой тык-тык-тык, великий шелковый путь, не исключено. М12 трасса. М12? Платная? По-любому, да. Но сейчас любая трасса платная так-то, да? Так. Но я уже помню все, что ты делал. Я запоминал. Значит, здесь ты хорошо разгонялся, да, там и... тормозил, потом у нас дуга, потом после дуги змейка, потом еще одна дуга, потом прямая, переставка, дуга, и на этом все. Готовы? Готовы. А мне кажется, что он и заднюю тоже уже подключает, сразу берет. Берет и заднюю тоже. Моментально. По дуге вышли, змейка. Там человек. Да вообще, куда она вышла? Мне кажется, она... Ну, ты видел? Да. Была девушка. Мне кажется, что она как раз... Обомлела, скажем так. И переставочка.
Прихватывает. Руль немножечко прихватил такой. У тебя было такое? Нет, я думаю, что просто сработали вот различного рода имитации. Слушай, патронов. Интересное сочетание, с одной стороны, веса автомобиля, и, ну, то есть ты, с одной стороны, чувствуешь его массу и инертность, а с другой стороны, он довольно точный в рулении для своей массы. И такое сочетание необычное получается, что ты вроде бы пилотируешь что-то большое, но при этом юркое и поворотливое. Ну, это интересно. Особенность дизайна, да, такая, что, может быть, он не настолько большой, этот автомобиль, каким кажется. Я думаю, она уже далеко от трека. Нет. Ой, конус еще один. Нормально здесь швыряет, вот поэтому здесь и нужны ручки. С упором на внешнее колесо Роман Щукин проходит все повороты. Электроника, кстати, срабатывает. Нормально, и причем адекватно. Корректно это делает. Да. Она не хватает так, чтобы прямо лишить тебя возможности корректировать автомобиль, но при этом надежно подкручивает, довинчивает тебя в поворот там, где нужно. Интересно. Еще раз? Конечно. Так, сейчас я со старта попробую. Вот и еще раз попробуем ощутить. А есть здесь режим, при котором видно крутящий момент? Нет. Как работает? Внедорожного, ну или какого-нибудь там такого нет? Брод 0 сантиметров преодолевает автомобиль. Не так много? Нет, совсем чуть-чуть. Так, ладно, готовы? Ощущение, что задний тоже подгребает в какой-то момент. И довольно контролируемо держит дугу, при том, что идет в скольжение автомобиль. О, Роман, да ты как это сразу чувствуется ведущий утреннего шоу, короче. Уничтожитель резины. А сам? Ну я не же резину не. Нет, хорошо, слушай. И подруливание, даже при том, что в скольжении. Даже при том, что автомобиль идет в скольжении, при этом все равно подруливание дает эффект. Это интересная история. Слушай, мне вот именно в динамике мне нравится модель. Нравится. И мощности вроде бы хватает. И хватает для того, чтобы газом даже доворачивать его в дуге. Ты видел, да? То есть ты идешь, и тебе не просто торможением забрасываешь корму, а ты и газом, подрабатывая, ввинчиваешь его дополнительно в дугу. Это интересно. Прикольно. Было ощущение, кстати, что стабилизация помогает довернуть. Да. Она прихватывает, но именно так чуть-чуть прикусывает, такая чикс, и ты именно входишь дополнительно корректно, так прям довинчивает. Очень прикольно. Очень. Мне понравилось. Нужен большой тест, правда? Я думаю, сейчас, да, Роман, на большом полигоне, на Москву в Рейсовой. Нет, она не интересна. Мешкова. Нужно путешествие, мне кажется, ехать на этой машине, ведь она сделана для больших путешествий, и будет в них здорово смотреться. И... Картинговая трасса нужна в Мешкова. Путешествие. Я за путешествие. Картинговая трасса, и с нее в путешествие прямо. Неплохой выезжаем, вариант, Роман. Прям, выезжаем оттуда прям. Какая красивая девушка-фотограф. Мне так нравится. Чуть-чуть. Скажи. Не кончилось только что, да? Скандинавская такая. Я продолжаю настаивать, что вы очень красивые. Спасибо. У вас большое. Такие глаза красивые. Спасибо. Да я посниму. А можно я вас тоже сниму? И какие у вас красивые голубые глаза. Просто. Класс. Все, мероприятие точно можно сказать, что удачное. Да. Видите, у меня тоже. Вот. Все вижу. Решил посмотреть в окно, нет ли там конуса. Вот, кстати, еще один же тур X90 при своей не очень козистой внешности, прямо скажем, не очень козистой внешности, ну, и такой уволень прямо какой-то большой, на самом деле хороший семейный автомобиль с огромным салоном, огромным задним диваном для второго пассажира, с трансформацией спинки, переднее кресло можно далеко задвинуть и сидеть, как в бизнес-классе самолета, вытянув лапки. Единственное, что не будет только это, атаманочки под ноги. Откуда я это знаю? Потому что поездил на нем достаточно, обзорчик даже снял. И, ну, такой вот большой, обычный семейный кроссовер. Скажи.
Нет? А я не ездил. Ты не ездил на нем? Нет. Ну, такой, никаких выдающихся характеристик ходовых, ничего такого, но вот именно просто для семьи, просто, как знаешь, какой? Как раньше был Гранд Санта-Фе, помнишь, Hyundai? Mm-hmm. Предыдущего вот генерации, тот, который еще по-настоящему с корейским дизайном. Вот он просто большой, овальный, но комфортный, удобный во всем, нишечки, ящички, классический консервативный дизайн, вот у него внутри. Ты потом на монтаже вставишь туда просто картинки его салона, и получится как бы сразу... Немножечко можно не вставлять, обзорчик. Потому что когда ты рассказываешь, я уже все себе представляю, мне кажется. Автоматическое стекло, что характерно, ты видел, на спуск и на подъем. И на спуск, и на подъем. Двойное. Так, мы же за ним едем. Я не услышал. Смотри, вот многие люди теперь будут вот такую картину видеть у себя из автомобиля. Джетуры. И буду думать, что это такое, что это за автомобиль вообще, что это за, что за тигр этот лев, наоборот, что за лев этот тигр вообще, вау, вау, вот такой вот. Нет, сзади классный, так случилось, что и спереди он классный, и сбоку он неплохой. В общем, что касается дизайна, нужно отдать должное, наши азиатские партнеры, как принято называть китайцев, когда не хочется говорить китайцы, ну, когда уже надоело говорить китайцы, наши азиатские партнеры точно знали, кого покупать из дизайнеров мировых, чтобы они рисовали им автомобили. Я не знаю, кто рисовал этот, но он прям нарисовал футуризм. А мне кажется, это нейросеть. Они совместили Pajero 4 и Defender. Кстати говоря, нафига вообще сейчас дизайнер, если нейросеть может нарисовать тебе все, что угодно? Я думаю, что это вообще вся машина нейросетевая такая. Абсолютно РЛС может быть. Преодоление брода, охлаждение на бездорожье. Абсолютно может быть. И, кстати говоря, ты обратил внимание на его поворачиваемость? Вот я сейчас чуть не проскочил, как мне показалось, въезд, и он ввинтился. То есть у него же задняя ось неподруливаемая, но при этом угол поворота... Вот сейчас смотри, давай пропустим как будто бы выезд на полосу, да, вот я под 90 выезжаю, и уже выехал, и такой, оп, а винтится сюда, смотри. Раз. Классно. И он въехал. То есть у него должен быть радиус разворота очень небольшой, потому что он выехал на полосу уже практически, и потом под 90 градусов на нее вырулил, не выезжая навстречу. Вот, вот работа блокировочек. Кстати. Да, тут можно... Ну, так они не нажимаются, нет, видимо, они в части, в режиме X замыкаются. Вот, вероятно. Смотри, сейчас подъезжаем прямо к шлагбауму под 90. И такой щикс, раз, и въезжаем сюда. Очень прикольно. Мне нравится. А это все уже, наш тест закончился. Ну что ж, друзья, наш короткий тест, который мы проехали с Романом Щукиным, завершен. Подробнее, надеюсь, про этот автомобиль в каких-нибудь путешествиях расскажу вам чуть позже. Ну а пока действительно машинка интересная, мне кажется, да, и никаких каких-то супер страшных вещей, кроме характерной для робота нежелания заезжать в крутую горку с места. Опять же, ну дали газку и заехали. Вот. Но у этой версии, в смысле, у этой модели есть же еще версия с автоматом 8-ступенчатым. Да, должна быть, пока ее просто нету. Да. Она подъедет чуть позже. И в следующем году, в первом квартале 25-го года, 7-местная версия тоже подойдет. А еще, друзья, китайцы хотят сделать и гибридную версию, и еще несколько других внедорожников там, да? Т5, Т1, Т2, Т3. Нет, Т1, Т2, П3 будет пикап. И потом Т4, Т5 большой полноразмерный с четырьмя моторами на четыре колеса. Какой-то монстр там на 1000 лошадиных сил. Типа... Или 1000 ньютонов момента, но не суть. BYD U8, вот аналог будет такой. Это будет Т5. Где 27-му. В общем, друзья, что здесь можно добавить? Китайский автопром шагает вперед очень быстро. И я уверен, что вот эта машина... просто благодаря своей необычной внешности и прикольному интерьеру найдет своих покупателей. Давайте посмотрим все-таки, что здесь у нас расположено. Ну, как-то не знаю, стоит ли это ключом делать. Давайте очень аккуратно попробуем снять заглушку и посмотреть, что у нас там. Открывается ли это нам люк? О, нет, ребята, здесь винтик какой-то. Но крышку это, скорее всего, не поможет нам открыть. Ставим обратно, если у нас получится теперь это сделать. Так, и специалисты. А давайте попробуем, может быть, открыть все-таки бокс и посмотреть, что внутри. Вот здесь две стрелочки. Раз стрелочка. И такая же с другой стороны. Мы пробовали уже. Уже пробовали? Уже нет, короче, идей, да, куда или нажать туда.
Тайна того, что в этой боксе находится, так и осталась неизведанной. Но вообще мы можем сейчас заглянуть в багажник и посмотреть, есть ли там докаточка. Если ее там нет, то, скорее всего, дело в том, что там все-таки докатка. Не знаю, вот этот автомобиль, кстати, какой-то другой цвет у него, да? Максимально гламурный. Давайте, может, здесь посмотрим, что у нас в багажнике. Такое корыто огромное. Ну, под ним, очевидно, уже ничего не будет интересного. Так, чтобы его поднять не так просто. Ну, в общем, под ним я ничего не вижу. Просто здесь огромная-огромная ниша. Собственно, это и позволило сделать такую нишу, разместив, очевидно, докатку вот здесь. Потому что если бы это был какой-то полноценный ящик, то, наверное, он бы легко открывался как-то. Здесь такой опции я не вижу. И я предпочел бы, конечно, чтобы она была на 19-х колесах. То есть это не надо брать самую топовую комплектацию, надо взять чуть пониже. Потому что если вы будете все-таки ездить по каким-то грунтовым дорогам, может быть, поставите АТ-шины даже, то вот такие вот 20-е колеса будут создавать вам дополнительный дискомфорт на неровных дорогах, на бездорожье, создавая вибрацию неподрессоренных масс больших. То есть, в принципе, и профиль колеса, конечно, тоже имеет значение, профиль шины. Так что, на мой взгляд, младшая версия была бы интереснее. Но вместе с тем, автомобиль получился занятный, прежде всего, внешне. Ну и его начинка, и то, как он едет, по крайней мере, по первым прикидкам, не вызывает особых нареканий. То есть тут, как говорится, есть с чем работать, к чему присмотреться. И выходит, что у покупателей, которые выбирают китайский кроссовер, появился еще один более такой интересный выбор, потому что здесь дополнительный дифференциал сзади, выше клиренс, брутальный внешний вид, а цена нам, ну, понятно, чуть подороже, чем Тига 8, естественно, да, но зато вы получаете вот все это великолепие, и все думают, что вы ездите на ландровере. Так что, парни, тут есть о чем поразмыслить. Ну, а я сейчас сяду в свой старенький Peugeot Rifter с дизельным мотором, без всяких внедорожных дифференциалов, и спокойно поеду по делам, чего и вам желаю. Спасибо, что смотрели. До новых встреч.